Тема очень актуальная для обсуждения. Вашему вниманию. Масштабный ремонт дорог в Хабаровске стартует в апреле. По НАС-проекту «Безопасные качественные дороги» на эти цели город получил порядка 1,4 миллиарда рублей. Дорожники зайдут на 51 участок, где отремонтируют более 33 километров трасс. Предприятия отрасли готовы к старту работ, создан достаточный запас материалов, техника прошла техобслуживание и находится в полной готовности. В первоочередных планах улицы Сысоева и Вахова. Здесь проведут частичную замену дорожного основания, уложат асфальт, также заменят бордюр, обустроят пешеходные связи. Начнется в этом году и долгожданный ремонт улицы Тихоокеанской от Шелеста до Трехгорной. Здесь отремонтируют проезжую часть, обновят остановки павильоны, сделают водоотведение. Также подрядчики приступят к модернизации освещения и светофоров. Продолжится и большой ремонт проспекта 60-летия октября. Кроме того, в этом году пройдет ремонт целого ряда улиц в частном секторе. Помимо крупных основательных работ на дорогах краевой столицы, в апреле начинается традиционный ямочный ремонт. Уже в конце марта дорожники начали латать покрытие с использованием холодного асфальта. Этот материал позволяет работать при отрицательной температуре. Это недолговечное решение, но такие кратковременные заплатки позволяют купировать дефекты проезжей части, которые образуются за зиму, чтобы мелкие ямы и трещины не разрастались во время весенней распутицы. Обычно эти места потом с наступлением устойчивого тепла переделываются с использованием горячего асфальта. О планах на ямочный ремонт поговорим подробнее с нашим гостем. У нас в студии Александр Прохорец, заместитель мэра Хабаровска по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами. Доброе утро. Доброе утро. Давайте начнем с ямочного ремонта. Как определяется потребность и вообще, как дороги города перенесли у нас эту зиму, которая была очень такой суровой достаточно? Ну, начну с последнего вопроса. Вот, например, на примере проспекта 60 лет октября, от улицы Аэродромной до улицы Большой, потребность в ямочном ремонте, согласно вот комиссионному обследованию, составленных дефектных ведомостей, составляет более 4000 квадратных метров на одном промежутке. Поэтому, так скажем, погодные условия, видимо, лето очень жаркое, когда асфальт плавился, на самом деле, при очень высоких температурах. И сейчас состояние снегов повлияли, что потребность в ямочном ремонте очень большая. В связи с этим заключены два контракта на ямочный ремонт на общей квадратурой 25 тысяч квадратных метров. Помимо этого заключен еще один контракт на проведение заделки трещин битумной смесью, так называемая технология РОСКО, то есть аппаратура, которая с форсунок заливает горячим битумом трещины. Там порядка планируется залить порядка 60 тонн битумной смеси вот именно при трещинах. Поэтому к ямочному ремонту мы готовы, все деньги законтрактованы, предприятия все готовы. На каких улицах ждать? Вот, к примеру. Ямочный ремонт? Да, абсолютно, фактически. На всех тех, где... А я вот хочу вернуться к вопросу Людмилы, к первой части вопроса. Вот когда сходит снег, да, когда уходит ледяная корка, вот по каким показателям дорожники определяют, что да, вот в этом месте нужно уже латать или заливать битумную смесь? То есть это просто трещина или это уже какие-то промоины, пробоины? Сотрудники управления дорог, то есть такое там подразделение, так называемого технического надзора, которые выезжают и обследуют участки улиц. Кроме этого, за управлением дорог контролирует Росавтодор, особенно на тех дорогах, которые находятся на гарантии. То есть на каждую дорогу отремонтированную составляется гарантийный паспорт, и на верхнее покрытие существует гарантия 4 года. И Росавтодор, в том числе и другие контролирующие органы, проверяют соответствие, то есть, ну, тому, что дорога на самом деле еще... а способна нести машины, и она пригодна к эксплуатации. Александр Александрович, ну, извините, я вас перебью. Коллега сейчас спрашивал в основном про там трещины, где как латать. Но, тем не менее, где самый основной вот фронт работ намечается? Я лично вчера, как человек, который ездит за рулем, проехался по Красновещенской, чуть-чуть повыражался по поводу, например, состояния в районе Судоверфи, по поводу вот переезда на улице Юности, по поводу развязки на Первом микрорайоне. Но это я просто ездил, да? Но по всему городу. Вот где сейчас первоочередные работы будут намечаться? Мы про ямочный ремонт? Про ямочный. Ямочный ремонт – это в первую очередь проспект 60 лет. Больше всего нареканий и жалоб граждан на него. Поэтому вот я вот с него начал, что более 4000 квадратных метров – это значительный объем. Значит, две подрядных организации будут заниматься ямочным ремонтом, то есть бригады сформированы. Как только станет потеплее, ну, погода нас держит. Мы попробовали уже на прошлой неделе начать заливку трещин. Ну,
похолодало, ушли от этого, чтобы не тратить деньги зря, потому что температуры, температурный режим очень важен для битума, то есть для того, чтобы он приклеился, грубо говоря, к покрытию. Как в этом году будут проходить работы? То есть будут ли учитывать час пик, ну, то есть чтобы водители там, или, может быть, ночное время какие-то работы проводить, чтобы как бы и водители были готовы к тому, что когда ждать пробок? В ночное время ямочный ремонт производиться не будет по ряду причин. Это, во-первых, увеличение фонда оплаты труда, то есть сверхурочное, так называемое, это в два раза фактически увеличит фонд оплаты труда, соответственно, придет к уменьшению объемов. Это раз. Второе, безопасность. Вот сегодня вы озвучили, погиб сотрудник трамвайно-троллейбусного управления при ночных работах. И второй момент, вернее, третий момент, это асфальтовые заводы, по ночам они не работают. То есть связано тоже с безопасностью труда, достаточно такое. А в часы пик, может быть, упор на выходные сделать? Мы будем работать каждый погожий день для того, чтобы максимально быстро решить все проблемы хабаровчан, чтобы никто в ямы не попадал. Поэтому где-то в любом случае оно будет... Ну, будем минимизировать, естественно, часы пик, то есть подходить здраво, конечно, в 6 вечера. А вы знаете, мне еще интересно такой момент. Вот бывает, что вроде повыгрызли асфальт, да, выгрызли, наверное, такое просторечное слово, и оставили на недельку, ну, бывает иногда больше. Вот как-то возможно ли, вот выгрызли асфальт, тут же прошла бригада, чтобы все это заделать? Я понимаю, что, может быть, по технологии так не положено, но мне кажется, что это очевидный вроде такой момент. Как вот это будет согласовываться работа? Суть в том, что грызут, грубо говоря, и кладут асфальт две разные бригады. То есть эта фреза, она идет чуть-чуть быстрее. То есть поэтому сдерживается, просто догоняет фактически уже... А есть нормативы по интервалу как раз? Вот сколько эта выгрызанная часть должна быть? Нет, каких-то таких интервалов. То есть мы стараемся их минимизировать. И сами, так же, как и вы, езжу... Да я понимаю, да. На тех же автомобилях и на тех же дорогах. Вот вообще сама философия ямочного ремонта, насколько она эффективна, насколько вот эти заплатки, которые, ну, вот в народе их называют заплатками, да, насколько они помогают действительно сохранить дороги и продлить срок службы дорожного полотна? Ну, вообще, ямочный ремонт при соблюдённых технологиях и тому подобное, то есть должен держаться, должны мы забыть про это место как минимум на год. Ямочного ремонта. Естественно, это удешевление идет общее. То есть, к примеру, проспект, если сейчас пройти, то мы никак 4000 квадратных метров не уложимся. А так мы, уложив ямочным ремонтом 4000 квадратов, мы приведем его более-менее в божеское состояние. Естественно, его надо ремонтировать, но мы ждем решения по прилегающей территории для того, чтобы общую концепцию этого проспекта, от участка от аэродромной до... большое сделать. Вообще, самая главная проблема, чтобы горожане понимали, главная проблема наша – это отсутствие фактически ливневых канализаций вдоль дорог. То есть вот именно поэтому происходит обводнение основания, она начинает пучить, появляются трещины, появляются ямы. Вот это не то, что там асфальт какой-то плохой или тому подобное. Это вот проблемы наши. Мы по части городских территории эту проблему решаем. В части проектирования находится и по улице Богачева, и по тому же проспекту от улицы Аэродромной до Шкотова проектирование с ливневыми канализациями ведется. Вот это самая главная проблема. Это первоначальный вопрос градоустройства, да, который сегодня уже нужно как-то решать. Это сложно делать. Александр Александрович, очень долго мы можем на эту тему разговаривать. Очень хочется на эту тему разговаривать. Но вот если кратко, когда нам ждать окончания ямочного ремонта и когда у нас будет появляться разметка на дорогах? Разметка, опять же, с конца начну, да. Разметка есть по ГОСТу, то есть предусмотрен ГОСТ. Нанесение разметки не допускается при температуре асфальта, то есть покрытия ниже плюс 5 градусов. То есть вот, соответственно, мы из этого исходим. То есть есть технологии укладки пластика, которым в этом году будем класть на новой машине, которую мэрия приобрела в прошлом году. Сейчас будет производиться обучение персонала на этой машине. С Белоруссии приедут специалисты, обучат, потому что она как самолет фактически, в экранах, там, в табло и тому подобное. И мы начнем осевые делать пластиком. Это убыстрит процесс появления разметки на всех улицах города. А в первую очередь будем тротуары, пешеходные переходы возле образовательных учреждений. Для того, чтобы к 1 сентября весь город, дети могли пойти по обновленным.
Сан Саныч, спасибо большое. Будем надеяться, что в нашем городе дороги не будут никогда проблемой. Это будет просто задача, которую мы будем решать оперативно. Приходите еще, давайте встречаться почаще, обсуждать ход работ и ямочных, ремонтных работ, и безопасные, качественные дороги. У нас в гостях был Александр Прохорец, заместитель мэра Хабаровска по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами.